По-по. Лайк поставь и подпишись. Привет-привет, ребятки, меня зовут Спуди Дадидо, и мы продолжаем наше приключение, в котором мы поиграем за нашего шарика Макса. Вот, именно он сегодня будет нашим героем. Я, кстати, в предыдущих сериях просил вас написать вашего любимого героя или любимого злодея. Так что, если кто-то не успел или не услышал этого, можете написать и в этой серии. Будет прикольно. Интересно, кто же самый мощный будет персонаж? Так, ребятки, как вы знаете, мы находимся на Луне. Ну или рядом с ней, это не точно. Но самое интересное то, что с нашими бедными шариками что-то произошло. Да, почему-то они сошли с ума. Они стали какими-то вообще, как будто у них в голове там пустышка. Знаете, есть такая трава, называется перекати-поле. Такой клочок бегает по пустыням в основном, по таким пустынным местностям, сухим. Да, и вот у них в голове такой перекати-поле катается и больше ничего. В общем, ребятки, они с нами не хотят не разговаривать, ничего, сразу бодаются, бьются. В общем, такие дела. Вот, вы сами можете на них посмотреть. И ничего мне не остается, кроме как их всех полопать и найти того, кто с ними это сделал. Потом мы их всех расколдуем и спасем. И мне что-то кажется, это были инопланетянчики. Да, еще те чудики. Узнать бы, как они выглядят. Это, ребят, очень интересно. Очень интересно. Отлично. Отлично. Также, ребятки, еще есть такая интересная новость. Пишите в комментарии ваши идеи, допустим, истории для красного шарика, где бы он побывал, с кем сразился, или бы вообще мы играли бы не им, а каким-то другим. И тот, кто, ребятки, напишет какую-то удивительную идею, получит от меня приз. Настоящий. Уже без шуток. Да. Так, а призом будут сладости. Будет коробочка конфеток таких. Тут мы сейчас туда летаем. Так, ладно, пока я буду лететь, я дальше расскажу. Будет коробочка конфеточек. Такая маленькая коробочка, но, ребятки, хочу вам сказать, то, что там будет 36 разных вкусов конфет. Вы представляете, 36 вкусов. Там будет кока-кола, там любые фрукты, любые напитки. Ай! Нет. Так. Так что, мне кажется, это будет очень прикольный и вкусный приз за вашу классную идею, за самую лучшую, да. Так. Ну, если будут несколько хороших идей, то я еще подумаю, возможно, будет несколько конфеток. И мы начнем. Так, кстати, есть такой лайфхак. Вы можете рассказать своим друзьям, пускай себе сделают. Так. Репост. Ну или поделятся, как это называется. У вас тогда будет больше шансов. Они тоже могут написать идеи. Или вы пишите вместе с другом вдвоем идею. И кто-то из вас, может быть, получит конфеты, и вы их вместе покушаете. Это прикольно, это круто. Так что дерзайте. Оп. Раз. Так, пока что у нас тикает время, нам нужно быстренько. Что-то, мне кажется, не успеваю. Вау, вы посмотрите, как мы успели. Мы успели в самый-самый последний момент. Уже эта штука сработала, а мы сюда залезли. Классно. Тик. Вау. Так. Вау. Смотрите, это что-то похоже на время, да? Окей, я думала то, что эта штучка, это... отвечает за два лазера. Оказывается, каждый лазер, каждая штучка. Поэтому придется быстренько ускакивать вот так вот. Упрыгивать прямо отсюда. Улетать, чтобы ничего меня не задело, да? Где? Верно, все верно. Хоп. Флаг. Текс. Ой, кто это у нас тут? Хочешь взорваться? Нетушки. Я тебя не пущу к себе. Не надо меня взрывать, чудик. Так и хочет, наверное, ребят, напасть на нас. Но мы не будем это делать. А сами полетели. Ва-ху! Круто. Ребята, вот такая у нас получилась серия. Я надеюсь, вам понравилось. Смотрите, поехал шарик. Мы в следующей серии до него дойдем и с ним сразимся. Он катается на этой штуке, думает, что мы его не догоним. Так что ставим лайки, подписываем, участвуем в конкурсе, то, что я говорил.
чтобы участвовать в конкурсе, вы знаете, что делать. Так что всем пока-пока.